Своими талантами блистали и работники МРСК-центра. К десятилетию компании в Курске впервые состоялся смотр-конкурс художественной самодеятельности, объединивший все филиалы компании. И спеть, и станцевать, и даже проявить свой актерский талант. Участники решили вечный спор физиков и лириков. МРСК-центр обеспечивает электроэнергией 11 областей в ЦФО. А энергией творчества его сотрудники охотно заряжают друг друга. Талантливые люди талантливы во всем. И в работе передовики, и на сцене настоящие звезды. В энергетике не могут работать неталантливые люди, но такая уж у нас профессия. А на 10-м году существования объединенной самой большой в России электросетевой компании МРСК-центр, мы вот таким мощным потенциалом собрались здесь, на Курской земле, чтобы показать, на что мы способны. Мелодия русской гармошки льется уютно и плавно, как душевный разговор. А вслед за ней страстный турецкий танец и битва английских рыцарей. Тверская команда сделала ставку на яркие костюмы и интернациональное разнообразие. Мы с разных вообще рес, мы район с разных, то есть разные ресы, разные. Но вот судьба нас свела вместе, познакомились. Я честно говоря, мы не знали друг друга, но тут познакомились, и все хорошо. Ну, у нас край поющий, кстати, и танцующий. У нас очень много людей талантливых, интересных, ярких, зажигательных. Более 150 участников боролись за звание самых креативных и талантливых энергетиков. Готовились с энтузиазмом. После рабочего дня никто не спешил домой. На репетиции бежали, как на праздник. Мы все стали не только просто коллегами, но и друзьями, очень хорошими знакомыми. Мы общаемся, ходим друг к другу в гости, и у нас очень теплая атмосфера. Творческую самодеятельность жюри оценивало по всей строгости. Команду судей возглавила Ирина Стародубцева, сопрано которой каждый сезон украшает концерты Курской филармонии. Я уверена, что следующий конкурс будет в 1000 раз по уровню выше, чем сегодняшний. Но и то, что показал конкурс сегодняшний, говорит о том, что в нашей стране потенциал огромный. Победители ожидали 15 кубков, 3 из них достались курянам. Наши земляки проявили себя в музыкальных номерах и актерском мастерстве. Ангелина Рязанцева, Юлия Абрамова, Антон Судженко, Денис Федорков, телеканал 7.